Давайте посмотрим на этот прекрасный продукт. Ох, какой запах, а? По одному кусочку достаточно. Отлично. Наш кулинарный шедевр — каша. Здесь рис, тыква и куриная печень. Как же мы соскучились по рису. Как же давно мы его не ели. Напишите в комментариях, а вам нравится рис? И вы вообще ели вот подобную кашу? Это тыквенно-рисовая каша. Кстати, очень вкусно. Очень вкусно. Так, ну, до встречи за столом. Ну что ж, вот такая вот у нас красота получается. О том, как готовили, еще раз есть видео. Или будет видео на канале. Ну, давайте продегустируем. Хотя мы уже дегустировали в прошлом видео, но еще раз. Да. Очень мягкая тыква. Хорошо сочетается с куриной печенью и рисом. Прекрасно. Сделайте подобное. Даже вот если просто приготовить без добавления куриной печени, вот именно рис и тыква, и будет прекрасно. Но тогда можно добавить немножко меда или сахар. Мы сейчас, скорее всего, пойдем в отрыв и начнем есть все подряд. Очень не терпится снова вспомнить вкус фастфуда, чизбургер, гамбургер, ну и, естественно, хинкали. Хинкали и другие прекрасные вкусности грузинской кухни. Охота все попробовать. Режим самоограничения надо прекращать. Как же это вкусно. Салат с майонезом японским. Пробуем. Это реально вкусно. Без преувеличения. Это реально вкусно. Майонез очень интересный вкус придает этому салату. Так, ну и главное. Попробуем рыбу. Солили ее здесь, в отеле. Мне аж интересно. Просолилась она или нет? Я думаю, да. Похоже на то, что просолилась. Ну-ка. Горбушу тоже 100 лет не ели. Очень давно. Так, ну-ка, пробуем. Прекрасно просолилась. Ну что сказать, горбуша есть горбуша. Очень вкусно. Ну, такой вот у нас получился обзор. Пробовательный. Еще всем приятного аппетита, кто кушает.
Ну, а мы будем доедать. Все. Всем пока-пока. Ну, уже, я думаю, достаточно. Все нагрелось. Давайте посмотрим. Не, слушай, не нагрелось. Пусть греется.